В Магадане факт регистрации большого количества лиц в одной квартире, в которой фактически они не проживают, продолжают носить массовый характер. Так, на ограниченной жилой площади регистрируется несколько десятков человек, но по факту они не смогли бы там ужиться все вместе, поскольку невозможно было бы оборудовать необходимое количество спальных мест. Были бы неудобства в быту, в частности, при пользовании кухней и ванной комнатой, чем нарушились бы требования законодательства о норме жилплощади на человека. Такие квартиры представляют собой интерес для контролирующих органов. Несмотря на отсутствие материального ущерба для государства от таких действий и фактических намерений виновного лица, выражающихся в оказании помощи человеку с регистрацией, необходимую, к примеру, для трудоустройства на работу, данное деяние образует серьезный состав преступления, за которое предусмотрено суровое наказание. При этом для наличия в действиях лица данного состава преступления не имеет правового значения получение либо не получение виновной материальной выгоды от такой фиктивной регистрации, а также родственные и семейные отношения с регистрируемым лицом. То есть даже зарегистрировав в своей жилплощади родственников, при том, что данные лица фактически не будут проживать в данной квартире, заявитель может стать фигурантом уголовного дела. Федеральным законодательством предусмотрена уголовная ответственность собственников таких жилых помещений по статье 322.2 УК РФ, то есть за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фактическую регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, которые в настоящее время расследуются. Санкции статьи 322.2 УК РФ предусматривают различные виды наказаний в виде штрафа, принудительных работ и лишения свободы с дополнительными видами наказания в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности.